Заказчик приобрел силосцемента емкостью 26 тонн в полной комплектации. Она включает в себя фильтр цемента, клапан сброса излишнего давления, два датчика уровня, систему аэрации. Система SDM представляет собой смеситель, блок дозаторов с ручным открыванием заслонок, в отличие от SDA. Также имеется дозирующий комплекс, который управляется с пульта управления. Готовили первую пробную партию тротуарного бордюра.